И наградить медаль. Товарищ полковник, лейтенант Максаков, прибыл для получения диплома. Хорошо. Поздравляю с успешным окончанием. Желаю вам добиться успехов, прорывалась медаль, достичь такого результата. У нас показатели все отличные. Надеюсь, и службы вас будут командировать. Выдать диплом с отличием. Все. Товарищ полковник, лейтенант Сирожа, для получения диплома. Поздравляю. Служу России. Мы впервые выпускаем офицеров, операторов беспилотных летательных аппаратов не только в истории Челябинского училища штурманов, но и вообще в истории Вооруженных сил Российской Федерации. Эта специальность на сегодняшний день новая, очень востребованная. Вот. Ни одна специальная операция, ни одни учения, а тем более вооруженный конфликт в современных условиях не обходятся без роли операторов беспилотных летательных аппаратов.